И так кто кого? Борьба. Винтороги, козлы горные выясняют отношения в московском зоопарке. Ого, слышен даже стук рогов. О, удар. Сейчас у нас декабрь, вроде бы не брачный период, хотя кто знает. Видите, как сверху на них смотрят, наверное, самочки, а здесь вот внизу мужики выясняют отношения. Все, пошли, пошли. Это у нас, как я, насколько помню, таджикский винторогий козел. Видите, интересно. Одной из версий происхождения названия от афганских слов «змея» и «рог». Ну, в общем, действительно, такие рога змеевидные. Продолжительность жизни до 10 лет, зоопарк до 20 лет живут. Вот, кстати, почему в зоопарке, видите, в два раза больше животные могут жить. Это вот в московском зоопарке мы находимся, на Красной Пресне. Вот смотрите, какая большая у них территория у козлов винторогих. Действительно, у них здесь есть где развернуться, и их много так, целое семейство. Вот красавчик, смотрите, пошел. Такой вожак, кажется, стаи большой. Сливается с окружающей действительностью. На фоне скал практически не видно его. А вот, наверное, это без рогов самочки. Я так подозреваю. Точнее говоря, у них есть рога, но такие какие-то совсем маленькие, крошечные. И, судя по всему, вот чем рога длиннее, наверное, тем по возрасту больше. То они сражаются между собой. Ну а что еще делать здесь? Телевизора нет, интернета нет. Хотя, может быть, и есть, я не знаю, но вот... Так они развлекаются друг с другом, дерутся, выясняют отношения. Кстати, вот симпатичные ножки беленькие, такие, как будто носочки. Я сначала подумал, может быть, у них там на ногах что-то. Нет, просто вот так вот они выглядят очаровательно. Ну и действительно здесь созданы у них, для них все условия, могут... Вверх-вниз. И угощение. Сено, солома. Сколько хочешь. Ешь сколько хочешь. И категорически просят не кормить. Вот здесь как раз съест, видите. Веточки. Вот одна, наверное, самочка. Вот еще другая. Ого, привет. Как жизнь молодая? Видите, какая? Привет. Коза Дереза. Ест. С удовольствием большим. В общем, жизнь в зоопарке прекрасна. Ешь не хочу, сколько хочешь. Ого, как она встала, прямо позирует, как будто специально. Привет. Может, она ждет от меня угощения? Как вы думаете?
Однако вот здесь я уже обратил внимание, висит табличка. Даже полезные, в кавычках, угощения вредны. Пожалуйста, не нарушайте рацион, режим питания животных. Даже на английском и, наверное, на китайском. На английском я могу еще прочитать. Even healthy food can be harmful. Please don't feed the animals. На китайском, к сожалению, не могу прочитать. А мужички тем временем продолжают выяснять отношения. Ого! Смотрите. Ничего себе. Да, такой стук. Народ в шоке. Посмотрите, как они друг друга лупят. Выяснение отношений. Да уж. В общем, идиллия такая относительная. Если что, можно и по рогам получить. Причем на такой скале, которая под большим градусом наклонена, как они разворачиваются, вниз идет. А этот сейчас сверху, смотрите, весь мохнатый, борода у него как будто вот прямо под шеей. Очень длинная борода. Вот сейчас он будет, наверное, смотрите. Ого. Наверное, доминантный самец. Ну, как-то мирно все этот второй отошел. Решил не связываться. Еще третий, вот втроем уже. Решили сообразить на троих. Вот все снимают. Интересно. Народ сбежался посмотреть на поединок. Вот так-то. До свидания. Всем привет из московского зоопарка на Красной Пресне. Это были таджикские винторогие козлы.